Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию объявил о новом нацпроекте. Стартовал новый нацпроект «Продолжительная активная жизнь». А также сделал отдельный акцент на том, что этот проект должен быть направлен на старшее поколение. Цель – это достичь продолжительности жизни у россиян более 80 лет, 80+. И самый главный фактор здесь – это профилактика. А один из важнейших факторов профилактики, как доктор могу сказать, это физическая активность. И очень здорово, что наш губернатор Алексей Юрьевич Русских, он не только на словах, но и на деле действительно пропагандирует здоровый образ жизни. Он спортсмен, футболист, участвует в лыжных гонках, в легкоатлетической эстафете. Поэтому я уверен, что посыл президента в нашем регионе будет не только услышан, но и эффективно реализован.